Ученики Барвихинской школы выбрали спорт и здоровый образ жизни. Николь Габайдулина занимается тхэквондо 7 лет и знает наверняка, чтобы добиться хороших результатов, кроме тренировок, необходимо выработать полезные привычки. Если спортсмен, ты должен соблюдать определенный режим. И если ты начнешь употреблять алкоголь, либо курить, то у тебя начнутся проблемы с дыхательной системой, что очень пагубно скажется на результатах соревнований и на результатах тренировочной деятельности. А в будущем может негативно повлиять на все сферы жизни. В единый день профилактики правонарушений школьникам еще раз напомнили, как важно следить за своим здоровьем, а также об ответственности за нарушения, установленных законом правил. Прежде всего, это за употребление алкоголя, содержащей продукции. Вот за курение, за нарушение устава школы. Устав школы – это закон. Закон для тех, кто обучается в данном учебном заведении. Ведь в школе ребенок находится большую часть дня, поэтому учителя не только дают знания, но и воспитывают, прививают полезные навыки, с которыми детям идти во взрослую жизнь. Но без поддержки родителей в этом непростом деле все старания будут тщетны. Если в семье нет вредных привычек, если никто не курит, там, никто вейпингом не занимается, то и у ребенка не будет потребности. Он не видел этого примера, он не захочет это делать. Но если в семье занимались спортом, если в семье идет правильное питание, если в семье постоянно идет поддержка детей их увлечениями и занятиями, то, мне кажется, и ребенку будет не до вредных привычек. Любую вредную привычку лучше заменить спортом, интересным общением или хобби. Тогда на все остальное просто не останется времени. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».